Приветствую всех в нашем автосалоне столицы. У нас в продаже появился отличный автомобиль Hyundai Tucson 2019 года выпуска. Объем двигателя 2 литра, который выдает 149 лошадиных сил. Кузов в родном окрасе, родной пробег 166 тысяч. Два владельца, два комплекта ключей, два комплекта резины. В максимальной комплектации, на бесключевом доступе. Также есть бесключевой доступ багажника. Электропривод багажника. Багажник достаточно большой. Давайте заглянем в салон. В салоне у нас кожаные белые сиденья в идеальном состоянии. Для пассажиров заднего ряда сидений имеется двухрежимный подогрев сидений, стеклоподъемники, розетка USB для подзарядки телефона. Также выдвижной подлокотник с двумя подстаканниками. Спереди салон также в идеальном состоянии. Никаких потертостей нет, кожа очень хорошо сохранилась. Большая панорамная крыша. Давайте расскажу вам о комплектации. Для начала нам нужно запустить двигатель. Двигатель у нас запускается с кнопки. Запустился очень легко, работает отлично. Никаких ошибок не имеет. В нее входят все 4 электростеклоподъемника, передние стеклоподъемники автоматические, центральный замок, электрорегулировка зеркал и электроскладывание зеркал. Также система удержания в полосе, антипробуксовочная система и система возможности отключения полного привода. Также мультируль для управления мультимедией, круиз-контроль, датчик света, датчик дождя, отличная сенсорная мультимедиа с навигацией. Двухзонный климат-контроль, подогрев и вентиляция передних сидений, обогрев руля, электрообогрев лобового стекла, две розетки 12 вольт с прикуривателем, разъем AUX, разъем USB, автоматическая коробка передач, два подстаканника, а также, самое интересное, здесь есть беспроводная зарядка. Все отлично работает. Электроручник, помощь при спуске с горы. Также можно менять режим езды, передние и задние подстройники, центральный кожаный подлокотник. А также здесь есть электропривод водительского сидения, электропривод пассажирского сидения. Пробег составляет 166 тысяч. Автомобиль просто в идеальном состоянии. Если вам понравился данный автомобиль, все контактные данные вы можете найти в объявлении. А также в реверсе его можно за наличный расчет по системе Trade-in или в автокредит. А находимся мы по адресу Азина 83, автосалон столица. Всех ждем!